Смотрите, парк детский. Рекламка. Мы сейчас походили, посмотрели. Вечернее время, все с подсветочками. Сверху такой вид тоже очень красивый. И сделано здание в виде корабля. Здесь небольшие точки, какие-то питания, мороженое, кафе. Детский парк аттракционов. Сегодня мы уже сюда не зайдем. Сниму его снаружи и цены. Комната страха, музей иллюзий, дом великана. Обязательно посетим. Зеркальный лабиринт, побег из тюрьмы, ленточный лабиринт. И общий билет 600 рублей. Вот приедем отдыхать сюда. И обязательно возьмем общий билет и погуляем. Вот такой корабль.